мужчина, а еще скажите, пожалуйста, а вы вообще к охране относитесь, да, рынка? Да. А у вас такой внешний вид должен быть, да, соответствовать у охранника? Или это вы от себя тянули? Ну, сланцы, черная форма. Я на, потому что жара весь день на. А какая солнце? Организация у вас? Я просто эту новость сегодня Урал 56 сейчас отправлю, это обязательно вот это. Да пожалуйста. Отношение. Конечно. Пожалуйста. Вот смотрю, сотрудница подошла в форменной одежде, да? Охранник, здравствуйте. А вот сотрудник ваш не находится в форменной одежде. Ну, как к этому одежде? Как бы не вот это вот, он по своей форме. Потому что на улице жара. Сейчас минут я почитаю. По Орскому проспекту в район магазин «Соседушка», магазин «Паночка», «Терем», «Пионер». Это идет и лонгируется по всем этим. Поэтому вы сказали. Хорошо, вы мне принесли постановление. Да. Да. Что оно где говорит о том, что мужчине с дедушки запрещена торговля? Торговля есть на зеленом рынке. Там 5 рублей. Спокойно. Можете идти. Подождите, тем более, мы сейчас не об этом говорим. А я вам об этом говорю. Нет, а я вам говорю, я знаю, что там есть торговля. Есть также торговля на других точках. Если мужчина захотел здесь осуществлять. Я, например, говорю про рынок Линкома. Там тоже говорю, бесплатно. Да. Вот я их туда и отправляю. Там большая конкуренция. Мужчина, дедушка, захотел торговать здесь. Там, почему вы ему запрещаете? А на основании постановления я еще засниму, подождите. Давайте вот уже не будем. Нет, нет. Снимать. Пожалуйста, это желтая пресса стоит. Ну, понятно. Желтая пресса. Я еще хочу посмотреть. Вот, знаете, вы мне только что показали. Пожалуйста, меня вы. Это, вы. Да, я вы договариваетесь. Я уже там была, мне это они принесли лично. Принесли вот это. Женщина, я еще раз вам говорю, на основании чего запрещается мужчине торговать здесь? Я вам еще говорю, рядом с этим не торгуют. С кем с этим? На основании дорогой, чего? С дорогой. Не торгуют, понимаете? А постановление торгуют. Принесите, покажите мужчине, что он не может здесь. Здесь не написано, что дорога. Здесь написано про магазины. Написано про время торговли. Ну что вы мне показываете? Я прекрасно умею читать. Я точно так же могу вам это сказать. Мне это говорят, я точно так же прихожу и здесь говорю, что нельзя торговать. Поэтому у вас нет документа, запрещающего мужчине торговать. Я вам еще раз говорю. Вот ходите в администрацию. Я сейчас скажите, обязательно я приму говорю, к этому меру. Пожалуйста, выложу, пожалуйста, это, пожалуйста, сходите в администрацию 56, сначала. Чтобы они приняли к этому меры. Вы сначала... обращаетесь к мужчине, кто запрещаете, да. У вас какая? Вы почему на меня налетели, я не могу понять. Это вы пришли сюда показывать документ, который вы на мне показываете. Я вам говорю. Подождите, мужчина. Вы принесли мне документ. Я не хочу больше разговаривать, понимаете? Я вам сказала. Ну тогда не мешайте мужчину здесь заниматься торговлей. Да, хорошо. Пускай тогда везде, где хотели, где не хотят, пускай садятся, да, и торгуют. Вот вы прекрасно понимаете. Мужчина желает здесь заниматься торговлей. Ну, если нас... придет человек и скажет о том, что здесь нельзя заниматься торговлей, нужно для этого какой-то документ. Я принесла документ, который... Я еще раз хочу его посмотреть. Вы мне не даете его даже посмотреть. Я уже вам дала. Вам я дала. Прочитал. Там не сказано ничего, там только сказано о магазинах. Вы до конца не дочитали? Как это я посмотрел основу? А зачем? Это желтая пресса, она читает вот так кусочками.